Создать гармоничный и комфортный интерьер – дело непростое, но решаемое. О том, как этого добиться, расскажем вам сегодня. Первое правило. Цвет потолка должен быть как минимум светлее на 2 тона цвета стен. Это создает иллюзию большого пространства. Правило 2. Расставив мебель у стены, мы получаем много свободного пространства в центре комнаты. Но это решение лучше применять в дизайне небольших помещений. Для комнат побольше лучшим решением будет островная расстановка мебели. Благодаря этому появится многоплановость интерьера. Правило 3. Для создания уюта усильте в комнате световые акценты. Сделать это довольно просто. Достаточно добавить в освещение ярких ламп. Но над самой кроватью не должно висеть никаких больших люстр. Для хорошего сна выбирайте минималистичные модели. Очень важное четвертое правило. Есть только из красивой посуды. Никаких треснутых и обшарпанных чашек и тарелок в доме быть не должно. Очень хорошо выбирать яркую посуду. Она поднимает настроение и улучшает аппетит. К тому же ее можно использовать в праздничном интерьере. Правило 5. Комфортный дом – это теплое и уютное помещение. Сайдинг выполняет функцию вентилируемого фасада, что позволит сохранять комфортную температуру зимой и прохладу летом. Вот пример вентилируемого фасада. Он состоит из профилей, подвесов, утеплителя, ветроблагозащитной пленки и вент-зазоров. Вся эта система позволяет избежать появления конденсата и дает возможность сохранить ваши стены сухими и надежными. При этом можно применять и другие материалы, такие как кирпич, натуральный камень, деревянную фасадную доску. Однако наиболее практичным и удобным вариантом все же является система вентилируемого фасада с сайдингом нового поколения, коллекции которого неотличимы от натуральных материалов. Он долговечен, его легко монтировать, обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, но самое главное, он позволяет сэкономить на электричестве и отоплении. Правило 6. Утеплив дом снаружи, надо подумать о его отоплении. Газовый отопительный котел с закрытой камерой сгорания справится с этой задачей. При этом современные модели работают полностью в автономном режиме, где настройку нужно произвести только в самом начале. Далее никакого вмешательства, только периодический контроль температуры для поддержания комфорта. Некоторые домовладельцы иногда спорят по поводу безопасности газовых котлов, ведь утечка топлива способна повлечь за собой взрыв или пожар. Но при правильной установке и использовании качественных материалов такой риск сводится к минимуму. Поэтому нужно обращаться к опытным специалистам. Мы надеемся, что наши советы вам помогут. Вдохновляйтесь нашими выпусками и делайте свои дома лучше.